день открытия летнего спортивного сезона в столице, на площади Маяковского, был дан старт эстафете на приз газеты «Вечерняя Москва». В 42-й раз лучшие спортсмены города оспаривают победу в этом соревновании. В прошлом году переходящий приз завоевали московские студенты, спортсмены общества «Буревестник». Вот почему сейчас они выступают под номером первым. Дружный коллектив «Буревестника» в упорной борьбе с очень сильными соперниками и в этом году сумел выйти вперед и лидировать до конца дистанции. Последний этап. Победу коллектива закрепил капитан команды, студент МГУ Анатолий Безруков. Приз газеты «Вечерняя Москва» был вручен на центральном стадионе имени Ленина победителем эстафеты, команде общества «Буревестник».